сейчас 29 апреля 2024 год. Сегодня у нас понедельник. Это я приехал в Потеряевку. Привез нас брат Игорь Дугунов на своей машине. Я не заснял только тут, пока таскал вещи. Забыл про это. Вот это домик Надежды Васильевны. Вот как тут что творится после зимы. Вот тут у меня шиферину сорвало. Тоже надо будет делать сейчас на дому. Это вот раз. Вот здесь вот шиферину тоже сломало. Вырвало, одни гвозди торчат. Надо будет, сейчас вот я уже выдергу положил, с молотком лестницу принес. Тоже надо будет делать. Вот она, сломанная. Вот. Ну здесь более-менее еще нормально. Так вот. Туалет тоже более-менее нормально. Можно уже его, в принципе, открыть. Пожалуйста, заходите, называется. Так. Ну, заборы, как обычно, повалились. Работы, как очень много. Очень много. Все ветшает, все стареет. Вот так вот склад у нас выглядит. Там видно просвет, что крыша дырявая. Не дырявая, а ее просто... Вот они бросаются, вот она посрывала все. Вот они шиферины. Тут местные уже прибрали. Сергей вроде Шадр приезжал. Тут. Вот сколько поломало шиферу. Ну, кое-где может кое-что пригодится еще. А в основном кусочки все сломанные. Ну, вот она, как она выглядит со стороны. То есть рубероид задрала, особенно верхнюю часть всю. Видно, он одни гвозди торчат. Гвозди крепко приржавели к доскам. Вот. И они прошли сквозь шифер, и все вырвалось. Вот так вот. На этой стороне, я думаю, все нормально, слава богу. Вот. Вот там еще кусочки лежат от шифера оставшиеся. Тут все везде поразбросало. Гараж целый стоит. Видно, чтоб его что-то сделало с ним. Но новое строение. А это уже старенькое все. Ну, вот так вот. Кое-что я подделал, но надо было конкретно уже все менять. Пока мне не до этого. Это одно из первых работ должно быть делаться. Сейчас я в первую очередь сделал на дому и на... там в сенях. Надежда Васильевна. Очень сильно обещали дождь, ливень, часа в 4. Это вот саман, этот скворечник, домик. Здесь вот более-менее нормально. Вот там только стеклышко упало, видимо. Отсутствует. Вроде все сохранилось. Это вот брат Андрей выгнал машину. Там по делу ему надо своему. Вот это наши дрова. Лежат тут. Ну, здесь, слава богу, все сохранилось вроде. Крыши целые стоят. Ну, как раз я приобрел в том году вот эти вот доски, прожилины. Хотел все это на забор, но кое-что и на ремонт уйдет крыши. Здесь все хорошо. Все сохранилось. Зеленая травка уже полезла. Вон там уже соседи коз пасут с ребятишками. Вот так вот выглядит дом. Заборы, конечно, поломало. Многие наши ветхие. И на Тихоныч не захотел делать нормальный забор. Вот придется подделать такой. За все. Вот все, что осталось у нас. Шарик у нас в батюшке находится. Ну и пока будет там находиться. Там ему хорошо. Там сытно кормят, тепло.
Вачка гуляет с ним, ходит. Что его хибарка будет простаивать тут. Ну, все сказать. Слава Богу за все. По милости Божией доехали хорошо. Господь нас благословил. Дорога сухая была. Так что брат на своей машине, Игорь, смог проехать спокойно. Все, слава Богу за все. Аллилуйя.